Благодаря программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году в Иванове появится 5 островков безопасности. Только на улице Фрунзе их будет 3. Монтаж сооружений сейчас в заключительной стадии. В среду ход работ проинспектировали сотрудники мэрии и депутаты. Название само за себя и говорит – «Безопасные и качественные автомобильные дороги». То есть безопасность, она идет наравне с качеством. Даже если посмотреть, то впереди как бы качество поставлено. А данные пешеходные переходы нерегулируемые. И на основании этого дорога многополосная, большой интенсивности, были предусмотрены устройства островков безопасности. Островки безопасности устанавливают в очагах аварийности. Там, где проезжая часть широкая, а переход не регулируется светофором. Так было и на улице Фрунзе. Сам островок безопасности изготовлен из гранита. Внутренняя часть заполняется тротуарной плиткой. С двух сторон установлены специальные противотаранные устройства, которые защитят пешехода, если авто собьется с пути. Следующий этап – выделение островка при помощи подсветки и дорожных знаков. В него встроены светоотражающие лампочки, можно так сказать, которые при свете фар вечером очень хорошо видны водителям. Также вот будут установлены, сегодня к вечеру у нас будет поставка, будут установлены Г-образные опоры, вот, на которых будут размещены знаки пешеходного перехода со светодиодной подсветкой, то есть, которые также будут хорошо видны водителям. Ну и освещение будет сделано этого островка с этих Г-образных опор, то есть будет направленный свет конкретно на пешеходный переход перед пешеходным переходом, то есть его будет просто видно издалека, и водителям будет проще ориентироваться, то есть раньше реагировать они на это будут. Кроме установки островков безопасности, на улице Фрунзе выполнен ремонт покрытия проезжей части протяженностью 1,5 километра. Уложено 33 тысячи квадратных метров свежего асфальта. Нанесена разметка, обустроены тротуары. Стоимость работ почти 69 миллионов рублей. Срок сдачи объекта до 1 ноября. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.